Всем привет. Привет. У Ольги закончился месяц стажировки несколько дней назад. Посему, так как мы понимаем то, что ничего нового и сверхъестественного в дальнейшем прохождении стажировки не предвидится, решили представить вам ролик о ходе стажировки. Да. Да. Ну, наверное, можно начинать. Закончилась теория, сданы экзамены. Вскоре со мной связался менеджер Иоанна и выслал на почту приглашение на 3 собеседования. Первая организация – транспортная компания типа Uber Bolt. Нанимают водителей, курьеров, предоставляют в аренду транспорт и так далее. Очень динамичная компания, большой штат, ну и большая текучка, в том числе сотрудников бухгалтерии, часть из которых русскоязычные. Офис гудел, как пчелиный улей. На улице много темнолицых рекрутеров. Вторая организация – бюро по бухгалтерскому сопровождению, налоговому консультированию и аудиту. Уютный светлый офис заполнен документами, пахнет кофе и калькуляторами. Третья организация тоже бухгалтерская компания. О себе они пишут. Одна из самых быстро растущих групп консалтинговых компаний в Польше. Мы эффективно решаем даже самые сложные налоговые, юридические и бухгалтерские вопросы. Судя по офису и формату проведенного собеседования, пишут правду. Современный бело-зеленый офис на 4-м этаже крупного бизнес-центра, приветливые сотрудницы. Собеседование проводилось в просторной переговорной онлайн-способом через 2 больших монитора в присутствии кадрового менеджера. Очень эмоциональные, в хорошем смысле, увлеченные своим делом девочки. Они сообщили, что им в штат нужно как минимум 3 человека. Работы много, работа удаленная, бухгалтерская программа простого решения, в которой документы загружаются со сканов первички. И есть обучающие ролики на ютубе и, конечно, поддержка со стороны девочек. Как выяснилось позже, эта компания ни одного стажера к себе не взяла. Да что ты? Я была в восторге от собеседования. Во-первых, это позитивный настрой представителей компании. Во-вторых, я поняла мало польский и отвечала тоже на польском. Переговоры, в общем, длились в среднем 30-50 минут. И могу сказать определенно, что именно в живом общении можно эффективно изучать язык. Ни по учебнику, ни по ютубу, ни сериалы и прочее, а только живое общение, которое подкреплять грамматическими письменными упражнениями. Адекватных ютуберов всего 2,5 человека. Или темп быстрый, или много саморекламы, или непрофессионально. Нужен живой разговорный язык. Ты тогда понимаешь объем необходимого словарного запаса, понимаешь проблему построения фраз и вопросов и работаешь над этим. Так прошло еще около 3 недель, и пани Иоанна пригласила в офис на подписание 3-стороннего договора на профстажировку в аудиторской компании. Это второе собеседование, которое начнется с 4 ноября. Итак, основные положения договора. Продолжительность 3 месяца, с 8 до 4, с понедельника по пятницу, но не более 40 часов в неделю. Также польским законодательством предусмотрено и прописано в том числе в договоре, что ты имеешь 2 дополнительных свободных выходных дня в месяц. Также конкретно прописана твоя стипендия, сумма вознаграждения опекуна и его квалификация, план обучения, отчеты по итогам месяца и порядок действий в случае нарушения рабочей дисциплины по разным причинам. Там заболела, прогуляла, опоздала. А эти корочки, когда тебе дали? Корочки? При подписании договора? Да. До начала действия договора необходимо пройти медкомиссию в соответствии с видом деятельности. В моем случае офисная работа, так что это просто.
в направлении от фундации тебе указывают место, дата и время. По итогам тебе дают справку в двух экземплярах. Один оригинал для фундации, так как она является страховщиком и плательщиком. Второй экземпляр для тебя, для стажировочной фирмы, копия. Как проводилось? Устный опрос. Доктор отдельные слова знает на русском. Спрашивал рост, вес, операции, хронические заболевания, вредные привычки. А осмотр – это зрение, шея. Ну, что-то рукой проводил, вот так вот, не знаю, лимфоузлы, щитовидка, что там было. Ну, и легкие слушал. По времени заняло не больше 15 минут. На следующий день у меня уже началась работа в офисе. Я приехала к назначенному времени. Кстати, вставать в 6 утра не составляло особого труда, наверное, потому что биологическое время за столько лет устойчиво держится по московскому времени. Так для меня это было 8 часов утра. Ну да, я тоже в 6 встаю. Эта организация взяла 2 стажировщиц. Вторая девушка Эва, полька, мама 2 детей. У нее был уже опыт работы бухгалтером, но на участке, и теперь она решила повысить свою квалификацию. Первые 2 дня с нами провели учебу по охране труда и технике безопасности со стороны фирмы на месте в офисе. БХП. Да, и со стороны фундации по телефону на громкой связи. То есть нам показывали, что нельзя воду проливать на розетки. Аккуратно ходить вокруг принтера. Потому что, не знаю, скользких мест там нет, потому что тоже важно, указывали там, что пол весь в ковролине. Лестница должна быть освещена. И там действительно есть выключатель в начале лестницы и в конце лестницы. Очень здорово. Также в каждой организации есть, собственно, разработанные соответствующие положения. Мы их прочитали, поставили подписи. По бухгалтерии фирма занимается аудитом и бухгалтерским сопровождением хозяйственных предприятий больших и маленьких с разными видами деятельности. Я насчитала их в перечне у них, ну, около 20 штук. И это только в общей системе налогообложения. Тайна сейчас все откроет. Да-да-да, нельзя. Происходит это так. Организации привозят свою первичку в бумажном виде и присылают в виде загрузочных файлов банк, кассу, реализацию и расход. Расчетом заработной платы, налогами и отчетами по заработной плате занимаются отдельные структуры, так как в Европе это 2 отдельных направления. То есть ты занимаешься всем бухучетом или только зарплатой и кадрами. И есть еще и третье. Это дополнительная консультация с финансовыми юристами по начисленным налогам. Штат сотрудников моей аудиторской организации – 3 человека вместе с директором-владелицей. Они также привлекают удаленно сотрудников для простой операционной деятельности, ну, машинистками, занесения и проведения первичных документов в программу. Программа, в которой они работают, называется «Финка». Нельзя сказать, что это обучение. По большому счету, это помощь в повседневной бухгалтерской работе. Ассистент с постепенным погружением и изучением программы. Я изучаю первичку и виды, польские элементы, номенклатуру. По программе что-то показывают с пояснениями, что-то быстро выведут. Ну и сама пробую посмотреть аккуратно методом тыка. Способы получения реестров, отчетов, поиск и прочую сортировку. Начали с разборки входящих накладных и фактур. Организация оптовой торговли морепродуктами. Разложить первичку в соответствии с реестром. С воблой. Отмечать ошибки ввода. С одной стороны, ерунда, делается за 5 секунд. Но нет, здесь не предусмотрена строгая форма фактур. И каждый лепит абы как. Надо постараться, чтобы найти номер, дату. Значения имеют 3 даты. Дата выставления, дата отправки, срок оплаты. От этого зависит время зачета НДС. Срок оплаты, количество дней или календарная дата, реквизиты поставщика и сумма с налогом или без.
все элементы на странице размещают в разной последовательности, вообще вот в разной, могут сверху, может быть диагонали, как угодно, каким угодно видом шрифтом, темным, большим, даже номер, счет фактуры, вот с первого взгляда не увидишь. Ну и язык, формулировки, сокращения, аббревиатуры, сидишь, ковыряешься себе. Потом проводила банковские выписки двух субсчетов по хозоперациям и налоговый субсчет отдельно, на котором учитываются исключительно налоги. Там ВАТ. Все. Дальше заносила проводки начисления по договорам ГПХ. Документов для проведения как в 1С нет. Проводится как комплексная транзакция. Обычные проводки на социальные взносы и НДФЛ. Потом прописывается сумма. Нет общего фонда оплаты труда с указанным счетом, только по дебету. И дальше начисление идет по каждому сотруднику с односторонней корреспонденцией по кредиту. Следующее занятие – проводки по трудовым договорам. Долго разбиралась в видах облагаемых и необлагаемых начислениях, вычетах и принципе расчета базы на социальные взносы и НДФЛ. Начисляются взносы по одним ставкам, к уменьшению берут по другим ставкам, проводят в базу упрощенно, каждая организация по-своему. Какие особенности программы? Нельзя скопировать групповую операцию и одиночную. Нет анализа по счету. Не зачитываются начисления оплатами, только в ручном режиме. Ну, может, настройка программ такая. Может, предусмотрено. В 1С-ке тоже может, такое. Они вообще не задумывались никогда об этом. В 1С-ке тоже можно блокировку ставить на копирование. А еще в каждой организации самостоятельно разрабатывают свой план счетов. То есть вроде как есть рекомендованный план счетов, форма документа, все. На деле каждый делает как хочет. Как его когда-то научили, как он это видит, сплошное творчество. Аналитика другая. К этому надо привыкнуть. И конкретно счета расчета с поставщиками, покупателями, подотчетниками, видами затрат, да и по всем, в общем-то. Открываешь оборотку без названия юрлиц, только цифры. То есть каждому контрагенту, физлицу и прочему присваивается учетная циферка. И формируя оборотку по счету, невозможно понять, кто кому должен или из чего складываются затраты. Нет стандартизированных документов на ввод данных в базу, но пользователи могут самостоятельно прописать собственные типовые схемы ввода, которые в итоге выпадают одним большим списком, который еще прокручиваешь там искать. Можно, я не знаю, минут 10 потратить на ввод одного документа. Другими словами, много бестолковой ручной работы. Что еще? Мы подписывали документы о неразглашении конфиденциальной информации, и наставницы строго за этим следят. Мой польский не очень, и я пользовалась Google-переводчиком, чтобы не писать по буквам, наводишь камеру из приложения на текст и можешь прочитать. Так старшая все нервничала, что я фотографирую с монитора или документы, еще хохочешься. Дисциплина и самоконтроль у пальства на высоком уровне. За ними никто не следит. Жестких требований уйти пораньше, прийти попозже тоже нет. Но если они сегодня ушли раньше на 30 минут, то завтра они будут работать на 30 минут дольше. А работа есть всегда. Что касается языка, находясь в женском небольшом, но болтливом коллективе, хочешь не хочешь, а начнешь уже выражать свои мысли на том же языке. Тоже надо было на бухгалтера идти. Постоянно слушаю, записываю бухгалтерские термины. Если что-то непонятно, сразу вбиваю в переводчик. То есть прогресс есть. Прошел месяц, и девочки сами отмечают эту разницу. Кстати, по языку. Недавно в очередной раз звонила пани-психолог из фундации и интересовалась моими делами. Мы разобрали с ней то, что я имею, ну, то есть мои активы, и что мне нужно для того, чтобы себя чувствовать полноценным человеком.
И выявили, естественно, что мне нужно поднимать скилл владения языком. Так вот, паня выслала мне ссылочку на бесплатные курсы языка польского, запись на которого начинается 3 января. Соответственно, как только запишемся и начнем занятия, насчет Ольги я тоже спросил, она говорит, да, конечно, приветствуется, приводите. Соответственно, будем вас информировать. В общем, мне нравится, и в первую очередь я 8 часов в день среди 3 носителей языка. Смотрю их принципы работы, как общаются с клиентами, между собой. Дорога в офис не напряжная, 30 минут на велосипеде или столько же на автобусе. Несколько раз обратно шла пешком, за час доходила. Посмотрим, что будет дальше. Засим. Если что-то у кого-то, какие-то вопросы остались или что-то мы не осветили. Нет, ну, конечно, освещала Ольга. Я-то играл роль торшера. Вот. Всегда рады тому, что вы напишите в комментариях. Почитаем, все ответим всем. Поставим сердечки, лайки. И удовлетворим ваш интерес. То есть, я так думаю, то, что это последний, ну, скажем так, деловой ролик на канале в этом году, так как близится Сильвестр. Свента, да, Сильвестр, Рождество. Ну и постараемся, как и говорил в предыдущем ролике, походить по интересным красочным местам. Холодно, чтобы правда вам показать. Правда, да, у нас холодно, хоть снега нет. Елочки зажглись. Влажность небольшая. Вон часы домашние говорят, что у нас 38% влажности. Температура где-то на улице от, ну, наверное, от 3. 4 где-то. От минус 3 до минус 7 скачет. Ну, день и ночь я имею в виду. Ну, так вроде нормально. Ветра нет. Как и снега. Вот. Все есть, ничего нет. Да, все есть, ничего нет. Так что спасибо, ребята, вам за просмотр. Пишите в комментарии, подписывайтесь в Телеграм, на канал. Всем спасибо. Счастливо. Пока.